Учитель русского языка, профессор Ададуров. Добрый день, ваша светлость. Здравствуйте, профессор. Я учила падежи, это совсем не трудно. Похвально. Сегодня будем изучать, как приличествует говорить во дворце. Итак, ее императорское величество требует говорить по-русски. Но это должен быть правильный русский. Я думаю. Он думает. Мы думаем. Они думают. Я мечтаю. Он мечтает. Они мечтают. Она мечтает. Петр Алексеевич этот клинок выковал собственноручно перед Нарвским походом. Ваш отец был настоящий мастер. О, точно под мою руку. Клинок – это не игрушка. От греха подальше. Времена были грубые, нравы тоже. Отец мой по земле ходил. Подданные знали. Он человек, и все. Потому и бунтовали, и от работы отказывались. А он их вешал, головы рубил. Я по земле не хожу. Клинков не кую, сапог не шью, зато и голову не рублю. Но императора Петра называют великим. Скоро она нас поучать будет. Императрицу тоже могут назвать великой. Безусловно.